В Перми, вот мое субъективное мнение, никто меня в нем не переубедит, я из-за этого вернулся сюда, пожив и в Свердловске, и в Уфе, и немножко в Москве. Здесь очень хорошие люди, это факт. Здесь как бы есть какая-то такая теплая, сердечная атмосфера. Сейчас я вам скажу, когда будет ближайшая фронтовичка. Открою расписание. Так. Вот расписание на июнь. Его прислали. Так, что еще рассказать про это пространство? Пока происходят какие-то очередные фотосессии, пойдемте поглядим какие-то, не знаю. А чем пахнет? Здравствуйте. Здравствуйте.